Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить гражданскую войну. Это у нас Россия. Поехали посмотрим, что у нас там дальше. Так, сейчас у нас ночь. Тогда едем в Москву по-быстрому. Едем в Москву. Давай, давай, давай. Бандиты были. Так, что у нас тут? Ага. Так, Петр Панов. Это кто? Кто это? Кто это? Ну, покажи. Бандиты гоняют мародеров. Лев Троцкий, подожди, у меня... Я сделал задание, кстати говоря. Понес заслуженное наказание. Он скрывался в деревне Харьков. Мы его наказали. Так, 300 опыта. Хорошо. Так, отношения с ним улучшились. Прекрасно. Смотрите, такой суровый, да, в очках. Нормально. Так. Так. Я хочу предложить вам мой меч и вассальную присягу. Вы должны проявить себя как толковый командир, Игорь Великий. Багрите свой меч кровью у моих врагов. Окей, давай задание тогда. Возможно, вы знаете, что мне принадлежит город Москва. Однако уже несколько месяцев Москва не отчисляет мне ни налогов, ни ренты. Хотя законы правителей этих мест, похоже, эти оборванцы. Окей, давай. Тогда берем с них налоги. Давай, в принципе, я готов. Парам-пам-пам-пам-пам. Собрать налоги. Угу. Давай. Начинаем сбор. Сколько налог торговли? 0. Вы ожидаете, что сбор налогов с этого владения займет не более 5 дней. Офигеть, 5 дней. Ни хрена себе. Так, денежки пошли. Я помню, как я собирал налоги в Руси в 13 веке. Собирали, помните, мы со Смоленска. Тоже так сидели, ждали, собирали денежки. Так, проигнорировать и продолжить. Конечно, продолжаем. Ты чё? Собираем дальше. Как было велено. Мы выполняем свое задание. В дальнейшем я хочу вступить в русскую союз. В русскую союз. Короче говоря, хочу сражаться за Советский Союз, за Россию. Поэтому сейчас сделаем это задание. Зададим квест и, не знаю, посмотрим. Может быть, уже получится присоединиться. Будем воевать вместе, русские. Посмотрим, что у нас там будет в дальнейшем. Интересно даже стало. Ой, как много налогов-то, а? Нормально, так нормально. Так, у меня же там еда еще заканчивается. Вот это вот хреново. Кризис заканчивается, надо что-то будет прикупить. Готово, да? Собрали мы... Ну, 5,5, да, получается, 1000 рублей. Нормально. А, продолжаем собирать? Я думал, уже все, оказалось, что нет. Ну, давай, давай, собираем. Вот, мы собрали 5801 рубль налогов. Командарм РККА. Лев Троцкий ожидает, что вы доставите ему деньги. Конечно, доставлю. Так, можно принять участие в турнире. Так, подожди. Подожди, подожди. Где ты есть? Стой. Стой, блин! Что касается задания, которое вы дали мне. Москва передает мне налоги в размере... Я получил... О, нормально, слушайте, нормально так. Нормальный доход. Есть какое-нибудь задание? Нет, нету. Так, я бы хотел... принять присягу. В общем-то, сражаться за вас. Быть в союзе, так сказать. За Россию. Вы должны проявить себя как толковый командир. Да какого хрена? Да, тогда дай мне задание. Вот. Только что у меня задания не было, сейчас уже появилось. Письмо Комбринг Владимир Лавров. Должно быть, он сейчас в Киеве. Если вам случится побывать в тех краях, не предъявите ли ему этот пакет? Ему нужно доставить в течение 30 дней. Лавров, я вижу, скоро. Давай попробуем. 30 дней у нас есть на это дело. Нормально. Так, мне нужна провизия. Давайте-ка зайдем. Рыночная площадь. Вот. Вот. Да, еды совсем нету. Это хреново. Эль. Нет, эль мне не нужен. Я возьму хлеб по рыбке. Так, зерно. Плюс 2. Боевому духу. Хорошо. Так, ну давай побольше, наверное, зерна возьмем. Оно как бы подешевле идет. Хорошо. Так, тут я закончил. Так, по оружию давай. Револьвер я пока оставлю себе.
Мало ли, может, мне еще пригодится. Пистолетные патроны забирай. Какие-то понты все не сломанные. Винтовочные тоже. Главное свиньи продать. Вот мы и здесь находятся. Винтовочные, пистолетные. Так, 20 винтовочные патроны. Так, пистолетные патроны плюс 7 к урону. Забирай. Вот это забирай. Что еще тебе можно? Пистолетные. Не, пистолетные-то мне нужно оставить. Так. Лошадка. Лошадка. Кого, какую лошадь возьмешь? Так. Лошадь, лошадь, лошадь. 27. Ладно, запомнил. Так, и это у нас сколько? 46. 27 и 46. Униформа. Тоже за 46. Что за фигня? Лошадь тоже за 47. Так, конюшня. Ой, за 47, говорю, 27. И тут такая же цена. Какого хрена? Получается, можно продать вообще абсолютно кому угодно. Ладно, ладно. Мне бы какую-нибудь одежду прикупить. Слушай, униформа, покажи мне, что у тебя есть за приемлемую цену. Конечно, у меня не так много денежат, но все же. Я почему-то прикупил. Так. Что-нибудь такое последнее. Это что-то как совсем как бомж уже разоделся. Мне это не нравится. Матросская тельняшка. Офигеть. Нормально так, 11,6. Угу. Так, что еще есть? Плюс 10. Так, ну у меня есть немножечко деньжат, поэтому можно что-нибудь подороже прикупить. Так, прочная одежда, обрезка. Не, не то. Это не то. 18,8. Поношенная униформа бухарского караул беги. Угу. Так, ну она и получше будет, смотрите. Конечно, поношенная немножко, но ничего страшного. Чё такого-то? Подумаешь, поносили, да, чуть-чуть? Чё такого-то? Всё нормуль. Так, это что такое? Униформа интенданта. Угу. Так, а давайте-ка вот эту возьму. Вот этот я возьму, и цена у него более-менее хорошая такая. Поэтому я оставлю его себе. Шляпу можно прикупить. Да, какая-то ковбойская концу шляпа. Не знаю, что она тут забыла. Что за клоун? Все тогда. Окей, прикупились мы с вами немножечко. Будем повыносливее. Так, давайте попробуем принять участие в турнире, наверное. Так, сейчас я сохранюсь тут. Зайдем. Снова зайдем и посмотрим, что у нас там в турнире. Можно что-нибудь попробовать? Так, поставить на себя, давай полтос поставим. Угу. Так, и давай погнали. Так, кто у нас? Вдвоем, да, значит, 2 на 2. Давай. Ой, какой ты медленный. Тихо-тихо. Как же он медленно все-таки это делает, да? А, патронов-то нету. Чем ты стреляешь? Пальцем, что ли, чувак? А чё так медленно-то вообще? Слушай, чё за говно? На, по щам тебе. Тихо, спокойно, блочим. Как-то это странно все работает. Тихо-тихо. Тихо. Так, давай, гандонь его, гандонь. Ну добей, добей уже, добей. Да твою мать, а. Чё за фигня, чё за, блин, слоумо. Понятно. Так. Да как ты чё за мной добежишь, падла? На, попал. Чё так медленно-то все работает это? Странно, как-то странно. Тихо-тихо. Спокойно. Минус. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, чувак, позади там еще погоня идет. Вылети его. Опачки, попал. Хорошо. Сука, чё за, блин, слоумо-то, а? Чё за херня? Чё происходит? Тихо. Попал. Тихо. Спокойно. Тихо! Чуваки. Вот это сейчас заберем. Сука, какие живучие, а? Пошел в жопу. Давай-давай, гандони. Хорош, хорош, хороший шатал. Красавец.
Слоумо. Все это долго, конечно. Как я так промазал-то? Вот, зажимай, зажимай. Давай, зажимай, зажимай. Тыч, тыч. В спину прям, давай. Да какого хрена, а? Давай, давай. Сука, что за говно? Смотри, как умею. Я могу пальцем стрелять. Падла. Опа, опа, видал? Жесть, ты, конечно, косяк. Недоработочка, недоработочка. Не хватает патронов. У меня их и не было. Ой, хорош, добил. Последний остался, самый живучий. Попал. Тихо, тихо, тихо. Ноль урона. Твою мать. Давай обойдем. Сейчас обойдем и сделаем ему неприятно. Опачки, хорош. Ну-ка, 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 ну-ка. Хорош, готов. Еее. Фух, поставить на себя. Давай сотку поставим, посмотрим, что там у нас будет. Так. Призовой боец. Что? Ладно, погнали. Опять с этим, что ли, дерьмом? А ну какого хрена, а? Пау, пау, пау. Я могу с пальца стрелять. Хопа, хопа, хопа. Видали, чуваки? Вы так не умеете. Ай-яй-яй. Тихо. Сукин сын, а? Ах ты, сучоныш. Решил мне быть его. Один без коня. Пошел в жопу. Так, вот это оружие совсем какое-то не кайфовое. Вообще какое-то говно. Я больше не хочу с ним сражаться, это вообще какой-то идиотизм. А-а-а, падла. А-а-а. Давай, 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 давай. А-а-а, я это плохо зашел. Вот это плохо. Вау, как больно. Слушай, чувак, как болит мне. Ты чё пристал, блин? На тебе. Давай, 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 один на один. Попал. Да вы что творите, а? Ну-ка, лошадь, а не поворотливая. Так, ну там у нас какой-то еще батя. Чувака зажали. Зажали чувака. На тебе тридцатку, а? Нормально так заехал, нормально. Бодренько. Так, чувак. Живучие, а? Все-таки. А ну иди сюда. Что за дерьмо? Лучше бы дали огнестрел. Было бы намного интереснее и веселее. Да иди в жопу. На тебе. Очень, конечно, мало сносим. Тут еще ноль урона. Десяточка. Что за каламбур? Что за дерьмо? Ах ты, сука, моего чувака загандонил. Хана тебе. Сколько уж тебя всадил, а все еще живой. Спокойно, не бей мою лошадь, пожалуйста. Ладно, хер с тобой. И все на меня, вы что, офигели, что ли? Ну-ка, отвлеки от меня, падла, а. Какая лошадь, а? Говно, говно, говно. Ну, кругами бегаем, прекрасно. Чуваки, вы чё, совсем что ли, дурачё? Так, подождите, у нас же тут может пройти этот, да, по-моему? Рыцарский удар? Или нет? Долбоебизм, а чё творят? Ну, здесь, конечно, да, не очень всё-таки сделано. Турниры не очень. Совсем. Добил, добил. Сука. Ой, двоим остались против меня. Как хреново. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Попал. Коню только попал. Сука, а? Заблочил, падла. О, хорошо наткнулся, а? Хорошо.
Последний остался. Давай добьем. Ах ты, сука. Ублюдок, а? Самый живучий попался, а? Все блочит, все блочит. Где меч? Лучше бы дали какую-нибудь, не знаю, шпагу, что ли. Или какой-нибудь клинок. Было бы намного интереснее. Но какая-то вообще слоумошная. Угу. Почти. Тихо. Я думаю, еще тычку примерно. И он загнется. Давай уже. Сука. Сколько можно? Ну это вообще не круто. Угу. Опачки, опачки, чё ты, чё ты, чё ты, чё ты, давай, иди сюда. Давай, падла. Сука, а да сколько можно-то, чувак? Ну какого хрена все-таки, а? Хватит блочить. Я хочу еще, кстати, рыцарский удар попробовать. Ну, я здесь не смогу, мне кажется. Потому что этот ублюдок бежит от меня. Давай уже. Давай. Дерьмо. Вот в упор не бейся. Хотя так вот, да. Сломал. Тебе конец. Садил ему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что за дерьмо, а? Почему не проработали совсем турнир-то? Что за говнецо? Наконец-то! Наконец-то! Аллилуйя! Ура! Свершилось чудо. Давай полтос поставим на себе. Погнали. Что там у нас? Да вы что, гоните, что ли, опять, что ли, с этим дерьмом? Говно. Пора отсюда валить. Пора отсюда валить. Пошел в жопу. А, смотрите, тут каждый сам за себя. Меньше врагов будет. Давай разгоняйся, я хочу рыцарский удар попробовать. Да че опять за мной-то, а? Какого хрена, ублюдки? Суки. Лошадь говно. Турнир говно. Все говно. Где огнестрел, падлы? Че ты ко мне пристал, мразь? Сученыш, а бежит он за мной. Бежит. Сука, как меня достали, а? Ублюдки, иди сюда. Вот, наконец-то. Наконец-то. Меня замучили. Я давно этого ждал. Все. Все, все, все. Ну их нахрен так. Просто какой-то лютый трэш. Так, смотрим по заданию, что там у нас. Подготовить крестьян. 6 крестьян нужно обучить. Давайте сгоняем в Харьков. Попробуем их обучить. Нужно выполнять задания такие вот. Небольшие, но нужно, я считаю. Так, что там у нас? Стой. 610 рублей. Нормально. Так, обучить крестьян. Давай. Обучаем. Так, значит, 6 крестьян. Интересно, сколько мы будем обучать? Вы обучаете крестьян основам солдатской службы, дисциплины, владению оружием. Вы считаете, что один из них полностью готов? Понял, давай. Давай, давай, давай. Прости, чувак, но у меня был огнестрел. Прости, мужик, мы с тобой бились, но это была нечестная схватка. Давай следующего. Нормально так. Хотя у меня патронов уже не оставалось. Что за фигня? Мирное соглашение. Белое движение Кайзеррейх согласились заключить мир. Окей. Окей. Почему бы и нет? Мы пока нигде не состоим. В принципе, нам плевать. Так, начнем. Давай, давай. Что там? Снова огнестрел. Изи. Если нас в оригинале давался меч или копье какой-нибудь, да, и мы сражались один на один. Так, давай еще. И мы сражались как бы вдвоем, да, в ближнем бою, то здесь игра
Что-то как-то решила совсем по-другому. И, в общем-то, я не против. Так время будет идти быстрее. Мы их, в принципе, только обучаем. Здорово, чувак, здорово. Где твой огнестрел? Доставай пушку. Здрасте, мужик. Нормально такие у них тренировки, да? Терминаторы, блин. С огнестрела стреляют. Как они потом останавливаются, я вот не знаю. Задаюсь вопросом. Ладно. Пусть будет так. Почему бы и нет? А, война. Белое движение объявляет войну правителю по имени Советская Россия. Вот о, белое движение, вот падла, а. Ладно, ладно. Ладно. Нормально. Так, ну давай, чувак. Бежишь. Опа, опа, как словил-то, а? Прям в чучело. С первого выстрела. Красота. Красота. Так. Что там у вас есть? У меня что там? Хлеб есть, рыбка еще, зерно. Нет, у меня еще все имеется, все хорошо. Давай, обучаем дальше. И сейчас, наверное, когда мы их всех обучим, у нас там будут бандиты появятся, скорее всего. Придется еще с ними разбираться. Давай, давай, давай. Ну чё, ты готов? Ты готов? Нет, ты не готов, чувак. Ты должен был достать свою винтовку, но ты опять затупил. Какого хрена? Ну что ты делаешь? Так, получается, лучше покупать зерно, да? Потому что оно у нас очень довольно-таки дешевое и хватает на очень хорошее время. На длительный срок, так сказать. Так. Сука, что за... Ага, я могу только биться на кулаках. Окей. Так, что, готово? Что там, замес пошел? Так, давай все в атаку. Сразу. У нас то бандюганы будут, и мне так кажется. Так, вот моя новая одежка. Так у меня что-то какое-то лицо. Как будто я афроамериканец какой-нибудь. Сейчас зачитаю рэпчик на Руси. На Руси зачитаю рэпчик я вам, мужики. Так. Ага, тихо-тихо. Ты чё, падла? Не оре! Один выстрел. Один выстрел, готов. Минус. Тихо-тихо-тихо. Минус. Давай-давай-давай. На. На. Кто еще? О, словил. Ой, какая... А, какая шикарная винтовка-то, а? Как пробивает, какая точная. Слушайте, классно. Упал. Минусы. Бегают, прыгают. Ладно. Буду опять туда лезть. А тут у нас какой-то замес. Гадонева, о, хорош. Маньяки, блин, с топорами бегают. Жесть, это жесть. Кто-то у нас последний остался. Ах ты, сука. Упал. Все, готов, последний. Хорош, хорош. Винтовка тащит, просто найсовая. Так, Паша, потери союзников. Блин, убито, а сколько? А, два убита. Ладно, нормально. Разбойники повержены. Давай, давай, все, давай, тащи сюда, я все возьму. Зерно, хавчика до хрена, это, конечно, хорошо. Хорошо, хорошо, не нужно будет париться по поводу еды. Великолепно. Так, кого еще? Давай, 6 человек. Беру всех, в принципе, нормуль. Деньги имеются. И хавчик есть. Так, что у тебя? Кадет, ветеран. Давай до ветерана. В принципе, ничего у него не меняется. Аси до кадета. Что-то у него в руках появилось там. Хер его знает, ветеран. Так, кстати, меня можно повысить тоже. Так, подожди, сколько там еще? 55, да, можно взять. Давайте тогда, пока я буду прокачиваться. Пока буду в силу идти. Железная кожа. Давай железную кожу, побольше здоровья будет. Пистолет, револьвер, винтовки, одноручные. Винтовки, вот так. Хорошо. Так, вещи. Что мне там? Что за винтовка-то? Надо запомнить будет. Винтовка Маузер. Хорошо, вообще меня она радует. Вообще классная. Слушайте, вообще просто респект. Респектос. Так, по заданию. Нам нужно в Киев, да, получается? Ну, он, по крайней мере, был в Киеве. Чаще всего бывает Владимир Лавров. Подожди, давайте посмотрим, кстати, на персонажей. Кого только нету. Леди тут у нас идут всякие различные. Гуляй поле, бухай.
Что с ней? Что с тобой, дорогуша? Что ты приняла? О, какая серьезная дама, смотрите-ка. Окей, Бухарский Эмират. Получается, твою мать, что ж такая страшная-то, а? Да, девушки здесь, конечно, страшноватые, это мягко сказано. Еще столько леди, смотрите, что так много-то их? Ни хрена себе тут леди. И все почти на одно лицо. Чуть так перекосыбило это в сторону. Ладно, вот, пошли генералы уже, смотрите. Что-то как-то очень много леди, смотрите, почти пол списка, одни леди были. Нифига себе. Адмирал, белое движение. Так. Гражданская война, блин. Правитель в Херсоне. Что за, блин, это вассал? Фердинанд Фош какой-то. Он что, француз, что ли, получается? Или что? Что-то я не понимаю как-то. Так, ладненько. Что с твоим лицом? Так, вот Игорь Великий, смотрите. А вот и я, мазафака. Он не имеет наделов. Давай, ее мать. Слава тридцатка. Всего лишь. Анархия, мать порядка. Че за у тебя кожанка одета? Какого хрена? Гуляй-поле, они оказываются из гуляй-поле. Нифига не. Это как, ребятки, знаете, в этом, в Сталкере. Кто играл? Я думаю, все играли в Сталкере. Игра легенды. Там тоже были такие анархисты. Свободовцы, группа. Вот эти такие же, походу, шизанутые. Я бы, конечно, сгонял к ним, посмотрел, что у них там творится вообще, в городах их. Так, вот уже наши пошли чуваки. Советская Россия. Костюмчики, смотрите, все такие одинаковые, да? Дресс-код, так сказать. Хорош, хорош. Так, китап какой-то. Воля, ибо смерть. О, что за чувак такой суровый? Претендует на трон державы. Ага. Принц Рупрехт. Нифига себе. Прикольно. Так, фракции. Вау. Так, кому ты принадлежишь? Понятно. Белое движение. Адмирал Александр Колчак. Ладненько. Бухарский Эмират. Кто это? Ага. Так, это что, гуляй-поле? Жесть. Как бандюганы, блин, одеты. В какую-то кожанку. Что за говно? Так, советское гуляй-поле. Ага. Безбашенные, блин. Так. И Советская Россия, командир Лев Троцкий. Хорошо. Так, ну что, тогда отправляемся в Киев. Где там наш Киев находится? Конечно, далеко, 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 очень далеко. Ну что, поехали. Что нам делать там больше? Так, подожди, кто у нас тут гоняет? Михаил Фрунзе. По имени Комбриг Владимир Лавров. Лавров, Лавров. Здесь его нету, да? Нет. Тогда погнали. Вау, нифига себе. Караван, смотрите, как у нас тут сделан. В виде тачки. Прикольно. Так, ладно. Отправляемся-то в Киев. Двигаемся потихонечку. Она сохранится обязательно. Так, тихо. Кто это, кто это, кто это? Нет, мне нужен Лавров. Лавров, где ты? Так, давайте заедем еще в Ростов, посмотрим, что у нас тут. Ну-ка, что по оружию? Еще только нету, а, блин. Не, в принципе, у меня денег-то немного, поэтому я думаю, зря сюда заехал. Зря-зря. Денег у меня вообще мало. Все, да, едем дальше. Не будем отвлекаться. Так, подожди, подожди, подожди. Давай зайдем в таверну еще. Может, тут кого-то можно какого-нибудь героя нанять? Певец, так ты что, за мной следишь, что ли? Какого хрена? Так, это кто? Путешественник. Это полковник. Не. Нифига себе, почти 4000. Дурак, что ли? Дико ты. Так, хозяин. Хозяйка таверны.
Сегодня я угощаю, поставьте каждому посетителю по кувшину лучшего вина за мой счет. Так, ага. Есть работа какая-нибудь? Ага, ну я уже взял у него работу. Да, понятно, все, хватит. 1000 рублей. Да ну тебя нахрен. Пошел я отсюда. В жопу. Так, ладно, поехали дальше. Так там что-то у нас под нападением. Что-то происходит там. Дезертиры. Так. Сколько там их? 14 человек. 21. Нифига себе. Так, нас 31, ну 27, да? Некоторые ранены, получается. Угу. Давайте-ка нападем, наверное, на кулаки. Кулаки. Давайте догоним их. Караван, гуляй поле. Так, тихо, вот они, кулаки. Толстый кошелек, я ищу за версту. Думаю, ты не прочь немного облегчить его, а? Почему ты говоришь на английском? Чувак, ты должен говорить на русском. Это же гражданская война все-таки. Так, чуваки, стоим. Не, стоим, стоим. Пускай сами идут. Ага, пошла жара уже, пошла. Тихо, тихо. Ой, у них тоже дохрена тела. Так, буду ли я отсюда? Мне вот интересно. Далековато, конечно. Смотри-ка, убил. Классно. Минус. Минус. Ой, как хорошо-то, а. Как хорошо, слушайте. Винтовка вообще суперская. Я думаю, на пол игры я ее себе прикупил. Очень хорошо стреляет и дамажит, кстати, тоже неплохо. Зарядка. Ладно, давайте попробуем саблю. Давай все в атаку, ребят. Осталось забить. Сабля тоже, смотрите, какая классная, а? Ой, хорошо-то как, а? Прекрасно. Просто великолепно. Меня пока все, конечно, устраивает. Ну и ублюдок. Так, еще один хочет убежать, да? Откуда? Попаду, не попаду. Там еще наш, блин, бегает. Убежали. Все, хорошо, с ними расправились. Один убит. Ладно, нормально. Так. Винтовочные патроны. 15, у меня такие же. Так, ботиночки, ботиночки, кстати. Ну, такие же, да? В принципе, ничего нового. Погнутая крестьянская коса. Удар 20. Не, мой, конечно, получше будет. Тем более нельзя использовать на коне. Что за говно? Так, вот забираем. Сейчас мы все это дело продадим, конечно. Все, хорошо. Погнали дальше. Караваны у нас идут. Нам нужно в Киев. У нас задание. Кто это? Пять кулаки. Давай, иди сюда. Будем потихонечку прокачиваться. Хе, нет, ребятки, стойте здесь. Стойте, позицию держим. Стреляем отсюда. О, ну здесь, конечно, далеко еще. Ближе бы, чтобы не подошли. Ну что, готовы? Так, как там можно было как-то конницу управлять? Так, держим позицию. Сомкнуть ряды. Ну-ка. Нормально. Сейчас они выйдут, смотрите. Вон, идут. Давай, ребятки, гаси их. Гаси ублюдков. Пошла жара, минус. Минус. Хорошо. Ну, слушай, как мне доставляет эта игра все-таки. Как она доставляет... Ты чё подставляешься-то, а? Доставляет эта игрушка вообще. Классная. Погнали. Давай вот так вот. Добьем. Маньяки, блин. С топорами. Вау. Как пишешь? Ну это да, пушечное мясо местное. Так, чуваки пытаются их добить. Минус. Куда собрался? Готов. Слушайте, сабля-то это вообще суперская. Так рубит всех. Прекрасно просто. Хорошо, один ранен. Нормально. Так, брез. Точность 90. Нет, пока лучше я не встречал.
Так, сапоги есть, конечно, топорик. 29 урона, кстати, неплохой. Одноручная, слушайте, даже больше, чем у моей шашки. Угу. Так у меня, конечно, скорость 98, длина 97. А тут, да, длина, конечно, коротковата она будет. Побольше хотелось бы. Так, что места нет у меня? Блин. Места нету. Тогда давайте скину вот это вот бархалишко. Так, вот это вот. Вот это тоже скину. И понаберу вот это вот добро. Так, нет. Шляпу, наверное, я зря скинул. А чем подешевле? Вот, давай. Все, тогда. Хорошо, едем дальше. Так, сохранил все. И больше тогда не буду отвлекаться на этих... Нет, всякую шелупонь. Едем дальше. Нам нужно в Киев. Так, очередной караван. Гуляй, бухай, отдыхай. Так, это что? Караван Антанта. Ну-ка, можешь с ним поговорить, кстати? А, приветствую вас, друг мой. Расскажи о своих странствиях. Мы идем из Львов в направлении в Ростов. Мы полагаем, что можно заработать денег, продавая сушеное мясо и другие товары. Ну, в принципе, да. Почему бы и нет? Я также считал, можно заработать. Так, давай. Мы почти уже прибыли. Тихо. Кто это? Петр Краснов. Так, они что, в союзе получается, что ли? Куда-то побежали вдвоем. Блин, это как-то мне не нравится. Так, давай, 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 давай. Ну, пока я, конечно, нигде не состою, но в дальнейшем я хотел бы, конечно, вступить в союз. В Российский союз. Сколько есть крестьян, смотрите. Чё они? Чё они? Опачки, в осаде Киев. Я понял. Так, ладно. Ну-ка. Пока я... Получается, если бы я сейчас был в Российском Союзе, то они бы напали на меня. Ясненько. Но пока, видите, я нахожусь в нейтральной позиции, и они на меня не нападают. Так, давайте таверну. Ой, таверну говорю. Торговая площадка, оружие. Так. Так, 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 так. Давай-ка ты забирай уже этот ствол, мне он не понадобится, я думаю. По крайней мере, в ближайшем будущем. У меня есть своя винтовка, которая мне очень сильно нравится. Так, угу, хорошо. Так, забирай винтовочные патроны. Так, может быть еще винтовочный патрон добавить? Я вот не знаю даже. Давай-ка еще поставим, чтобы больше было патронов на всякий случай. Так, и это дело мы, конечно же, продаем. И давайте зерно еще. Так вот продам, что-то совсем еды уже очень много у меня стало. Чтоб лишнее место не занимало. Так, метательные ножи мне не нужны совсем. Вот еще пистолет тоже очень хороший, смотрите, точность 90. Хороший пистолет, хороший. Но скорость, конечно, пониже будет немножко. Пистолетные патроны. Нет, это все мне не нужно уже. Так, потихонечку, потихонечку, смотрите-ка, появляются у нас деньги. Это хорошо. Угу, что тут есть у тебя? Перчатки есть какие-нибудь, кстати? Может, платье прикупить, что ли? О, смотрите-ка! Красавец! В платье, блин, гонять! Почему бы и нет? Да, прекрасно. В платье самое то, блин! Ладненько. Вот, тихо-тихо-тихо, где-где-где? Вот, смотрите. Бухарское. А, не-не, что-то я перепутал немножечко. Ладно. Что у вас в таверне есть кто-нибудь, кого бы можно было нанять? Офицер Красного Креста. Так, полковник. Так, нет. Что за барышня? Ну-ка, давайте поговорим. Что вам надо? Не приближайтесь. Простите, мне показалось, что вы о чем-то расстроены. Расстроены? Ну да, можно и так сказать. Мне не повезло, мой отец не слишком заботился обо мне. Он выдал меня замуж за бездельника и пьяницу, который меня бил. Когда я сбежала от мужа, мне снова не повезло, я попала в руки бандитов. Лишь один из них был добр ко мне. Он научил меня охотиться и драться. Но потом мне снова не повезло, его прирезали из-за зависти. И мне пришлось пуститься в бега. Но я вовсе не считаюсь, я несчастный. И я не более несчастный, чем любая женщина в Калерадии. Калерадия еще осталась, да.
этого вонючего болота, этой навозной кучи, населенной обезьянами и шакалами. Хм, а работу вы случайно не ищете? Может быть, деньги мне точно не помешают. А, но скажите вашим последователям, что я не терплю неотесанной деревенщины. Любой, кто будет вести себя неподобающе, быстро получит стрелу в глотку. Окей, давай, все будет нормально. Отлично, дайте мне несколько минут. Ага, Фанни Каплан теперь со мной, да? Прекрасно, слушайте. Я рад. Так, Киев. Киев, 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 ты в осаде. Тут вообще жесть полная происходит. А, получается, в дальнейшем вот эти ребятки будут нам врагами, да? Запомню я это дело, запомню. Крепость. Чуваки, у меня есть для тебя послание. Я понимаю, что ты в осаде, тут все дела не до этого, но... У меня есть посланница Лавров, чувак. Здорово. Я Игорь Великий. Угу. Лев Троцкий передает вам сообщение. Дайте-ка посмотреть. Ага. Ага. Есть задание для меня? Видите ли, Игорь Великий, я пообещал командиру Лев Троцкий, что я найму отряд воинов для предстоящей кампании. Для предстоящей кампании. Не, подожди, не-не-не, пока я не хочу. Пока мне это не нужно, чувак. Кто это? Леди Алберия. Мадам. Это кто такой? Так, знаете, он сейчас на кого похож? Чем-то похож на Мэдисона, честно говоря. Да. И пузо немножко выпирает, и на лицо похож. Ладно. Все. В общем, уходим отсюда. Тут у нас крестьяне что-то бесоебят. Смотрите, что творят. А чуть разбегались они. Отряд. Может кого-то повысить. Солдат. Давай-ка. Подпольщик, партизан. Ну-ка, партизан. Где? А, вот он, партизан. Слушай, неплохо. Неплохо, неплохо. Кадет. Давай, ветеран. И тут рекрут. Солдат. Да, солдата будем прокачивать. Причем всех. Солдаты такие опасные ребятки будут настреливать. Так, вот она. Наша подруга. Тихо. Не-не-не. Подожди. Давай наверх. И поговорим. Покажи мне свое снаряжение, детка. Защита у нее неплохая, слушайте. Один нож всего. Тебе бы какой-нибудь огнестрел. Наша боевая бабена. Но я все продал. Как всегда, блин. Покажи мне, что там ты умеешь вообще. Так, что у нее? Мощный выстрел. Получается, она стреляет, да, неплохо. Слежение. Ага. Упаковка. Блин, ну так себе, знаете ли, так себе. Деваха-то так себе. Ну вот у нее винтовки хорошо прокачаны до 80 уровня. В принципе, винтовку я бы ей дал. Так, у нас появилась зоркость, поиск пути и слежение. Неплохо. Неплохо. Так, тут я сохранюсь, ребятки. Ладно. У нас, в принципе, нет заданий. Заданий нету. Нужно брать задание и выполнять, конечно, все это дело. Фух. Давайте-ка сделаем перерывчик и продолжим уже в следующей серии. Тут уже у нас начались замесы, да, видите. Если бы я вступил в Союз, в Российский Союз, то мы бы сейчас уже тут оборонялись вообще вовсю. Давайте-ка зайдем в Киев, кстати говоря, посмотрим, что там у нас еще. Как он выглядит вообще. По внешнему. Так, ой, тут, конечно, некоторые города поменяли, а вот, да. Да, конечно, есть недоработки. Вот Москва, конечно, выполнена прекрасно. А вот здесь, да, в стиле Варбанда все осталось. Что за нигеры, блин, а? Твою мать. Я тоже нигер? Да, я тоже нигер. Просто, не знаю, может, хоть рэпчик читай. Зачитаю рэпчик, а? Чуваки, йоу-йоу. Ладно. Как-то вот так, ребятки. У нас 31 человек в отряде. Угу. Да, нормально. Потихонечку с вами прокачиваемся. Нормуль. Винтовка, конечно, вообще суперская. Просто офигенная. Фух, ну что. Тогда давайте, да, сделаем весь перерывчик и продолжим уже в следующей серии. Посмотрим, что у нас там будет по заданию. Это у нас была гражданская война, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Услышимся уже в следующей серии. Всем удачи и пока.